Кажется, эти люди абсолютно забыли о том, что нужно соблюдать дистанцию. И что же они там увидели? Добрый день, здравствуйте! Меня зовут Анна, и это канал Russian from Russia для тех, кто изучает русский язык. Честно говоря, гулять сейчас по Петербургу просто удовольствие. Я не могу сказать, что на петербургских улицах сейчас во время самоизоляции совсем мало людей, но людей намного меньше, чем раньше. И люди стали стараться держаться подальше друг от друга. Но почему же люди столпились в этом месте? Столпились, значит, создали толпу. А толпа – это много людей в одном месте. Если я скажу вам, что там памятник, этот ответ вряд ли вас удовлетворит. Вряд ли, значит, наверное, нет. А удовлетворить – значит быть достаточным. Вряд ли вас удовлетворит – это значит… вам не будет достаточно такого ответа, да? В Петербурге невероятное количество памятников, то есть вы все знаете, что в Петербурге очень-очень много памятников, но сейчас около большинства из них люди группами не собираются. Туристов нет и толп нет. Так чем же отличается памятник, на который смотрят эти люди? Вы, наверное, знаете, что некоторые памятники могут исполнять желания. По крайней мере, есть такие легенды о некоторых памятниках. Есть приметы, есть поверья, то есть что-то, во что люди верят. Например, вы что-то загадали, потерли памятник или проделали еще какие-то манипуляции, а потом раз – и ваше желание исполнилось. И около таких памятников людей обычно больше. И вот этот памятник именно из таких, как раз из таких. Ну что, я вас заинтриговала немножко? Давайте взглянем, давайте посмотрим, что же там такое. Да, это маленькая птичка или что-то похожее на птичку. Есть такая птица чиж. Так вот, этот памятник называется Чижик-Пыжик. Высота этого памятника всего 11 сантиметров, а весит он 5 килограммов. Это один из самых маленьких памятников в мире. Точнее, третий по величине памятник в мире. Почему Чижик-Пыжик? А есть такая очень-очень известная песенка «Чижик-Пыжик». «Чижик-Пыжик, где ты был? На фонтанке водку пил. Выпил рюмку, выпил две, зашумело в голове». Иногда говорят, закружилась в голове. На фонтанке водку пил. Что такое фонтанка? А вот эта речка называется фонтанка. Вот эта рюмка. Зашумела в голове. Что это значит? Вы знаете, что такое шум, да? И если человек выпьет слишком много какого-нибудь алкогольного напитка, он может почувствовать шум в голове. Может голова закружиться. Можно сказать, у меня закружилась голова, а можно сказать, у меня зашумело в голове. Чижик-пыжик, где ты был? На фонтанке водку пил. Выпил рюмку, выпил две, закружилась в голове. Когда впервые появилась эта песенка и кто ее написал, кто ее сочинил, неизвестно. Никто не знает. Есть, правда, легенда о том, как появилась эта песенка. В 19 веке рядом с этим местом было высшее юридическое учебное заведение.
училище правоведения. И вот студенты, учащиеся этого училища, носили особую форму желто-зеленого цвета. В этой форме человек выглядел как птица чиж, был похож на чижа. Кроме этого, они носили шапки из меха пыжика, пыжиковые шапки. И за это петербуржцы, жители Петербурга, прозвали их чижиками-пыжиками. А в свободное время студенты этого училища ходили пить водку в трактир, который находился рядом. Но многие говорят, что песенка-то была уже тогда, когда еще не существовало училище. То есть она была раньше, чем открыли училище правоведения. То есть никто не знает, как появилась песенка. Но песенке точно около 200 лет, примерно 200 лет. И вот в 1994 году здесь установили памятник Чижику-Пыжику. То есть памятник довольно новый. А как же памятник может исполнить ваше желание? А вот для этого вам нужно бросить монетку в памятник и попасть монеткой точно в постамент этого памятника, вот сюда. И ваша монетка должна остаться лежать на камне. То есть, если она упадет в воду, все, желание не сбудется. А вот если она останется лежать на постаменте, то ваше желание обязательно сбудется. Вот все и стараются это сделать. И сделать это, как вы понимаете, чрезвычайно трудно, очень-очень трудно. Получается редко. Обычно монетка не остается лежать на постаменте, а падает в воду. Кстати, если вы будете это делать, можно не бояться, что монетки пропадут. Посмотрите, как вы думаете, что делает здесь этот человек? У меня не получилось хорошо его снять, потому что я не ожидала, что такой человек здесь появится. Так вот, видите, у него веревка, к веревке привязан мячик, а в мячике магнит. Догадались? Это ловец монеток. Он собирает монеты со дна реки. Кстати, этот памятник 7 раз отсюда похищали. Похищать значит красть. И вот 7 раз отсюда похищали памятник, и приходилось его восстанавливать, приходилось его делать заново. Но сейчас, наконец, птичку крепко-крепко, можно сказать, намертво приделали, прикрутили к постаменту. Крепко, значит, ее очень-очень трудно оторвать, отломать. Так вот, если кто-нибудь теперь захочет украсть Чижика-Пыжика, он сможет отломать его только вместе с куском набережной. Ну вот и все на сегодня. Я надеюсь, что вам было интересно. Я надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте, что у меня есть аудиоподкаст о русских глаголах. Желаю вам всего самого-самого доброго. До свидания и до следующей встречи.